Гендиректор мобильного сервиса для онлайн-вызова такси Uber заявил о создании 50 тысяч новых рабочих мест в странах ЕС. По его словам, это поможет сократить количество персональных автомобилей в Европе на 400 тысяч до конца года. Об этом было объявлено во время конференции в Мюнхене. Добавлю, сейчас приложение Uber доступно в 53 странах мира и работает по принципу совместной оплаты такси в целях экономии.